получить широкий коэффициент КПД, эффективности коэффициента. Для этого надо ограничить ток контроллера как можно меньше. Вот, например, когда превышает 70% от, это стандартный мотор какой-то, вот такой, вот 70% КПД, скорость 41 километр, и да, да, 13 километров тоже 70%. Вот, а если ставить, например, 40 ампер контроллер, ну какой КПД? От 70% от 41 километр начинается, как и было, а кончается где 70% на 27 километров, а дальше уже очень много жрет. Вот КПД вообще 32%, батарея будет очень здорово поедаться. Поэтому нужно слабить, ставить более слабый контроллер. Вот, например, который и по фазе одной ток ограничивал, и общий ток ограничивал. А если по фазе не ограничивать ток 100 ампер, допустим, а по батарее 10 ампер, тогда вот от 41 километра там будет, да. Было 13 километров, а тут 19 почти километров. Вот если 8 ампер, то есть тут максимальная мощность 286 ватт входная. Вот тут вот входная мощность, тут выходная. Ну тут так условно, тут нужно будет помогать скрутить с педалями, потому что на 159 ваттах до 40 километров не разгонится. Но зато какой КПД высокий на всей шкале. Вот от 41 километра превышает за 70 до 11,4 километров. Вот в очень широком диапазоне высокий КПД, который превышает, равен или превышает 70%.